Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с компанией Allgreen. Несколько лет тому назад у меня были HDMI кабели 4K 60 Гц HDR версии 2.0. Ну а в настоящее время перед вами лежат тоже премиальные кабели компании Allgreen версии 2.1. Непонятно, зачем покупать данные кабели, если у вас источники не поддерживают данный тип версии 2.1. Но, как говорится, на развитие можно купить и в дальнейшем, когда у вас появятся соответствующие возможности, их использовать. Тем более данная версия 2.1 поддерживает предыдущие версии и тому подобное. Но я думаю, что достаточно на настоящий момент предыдущей версии. Это именно 2.0, версия 2.0 HDR статическая. Ну и как обычно, приходит это все достаточно хорошо упакованной данной компании. В этот раз не было у нас в комплекте дополнительно ремешочка стягивающего, потому что пришло все из Российской Федерации, где в течение 80 дней все это доходило при помощи доставщика 5 пост, ну, либо пятерочка, и там соответственно выдавались эти посылки. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Как видим, все достаточно хорошо культурно сделано. То есть себя представляет упаковка и стандартная упаковка. Продемонстрировано. Давайте одну отложим, а вторую мы откроем и посмотрим, что там находится внутри. Давайте варварским способом. Ну и как обычно у них упаковывается. А вон там еще что-то есть. Инструкция. Стандартная инструкция, увы, только на английском языке демонстрируется нам данная инструкция. Ну и благодаря вот такой пакетик здесь, приклеенный. И внутри находится их кабель. Ну, минус предыдущей, кстати, версии, конец, там разъем был позолоченный, в этом варианте никакой позолоты нету. Давайте снимем пленку. Так, ну и вот здесь вот написано компания Allgreen, а с другой стороны написано HDMI, ну и здесь еще вставлено 8K. Вот такой кабель, здесь нейлоновые оплетки. Да, кабели длиной 2 метра, мне нужно 2 штуки. Ну, во-первых, я заменю на плеере, который тоже есть из ZDO, хотя там тоже версия 2.0 и телевизор воспринимает 2.0. А вот тот кабель я, скорее всего, подключу ноутбук MSI и сделаю как консольку для игр. Что в последующем продемонстрирую. Так, ну вот такой вот кабель стандартный их. Давайте сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Подключим к устройствам, ну и посмотрим, выдают хотя бы 4К и так далее. Хотя в этом я не сомневаюсь, и все будет отлично работать. Итак, приступаем.
Я продемонстрировал возможности HDMI кабеля компании Ugreen версии 2.1 для 8K 60Hz HDR динамический, ну и все те плюшки, которые обещает данная версия у производителя. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Каждый решает сам о приобретении данного кабеля. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.